Хореографический ансамбль «Березка» давно признан в нашей стране национальным достоянием. И вот уже 75 лет рассказывает миру, что такое красота по-русски. В нашей студии артисты разных поколений, друзья и почитатели легендарного ансамбля. Я абсолютно искренне это уже не раз говорил и буду говорить всегда, что творчество, хореографическое творчество Надежды Сергеевны Надеждиной, оно равноценно величайшим хореографам мира, таким как Мариус Фетипа, Морис Бежар, Ролан Пети и Юрий Григорович и так далее, и так далее, и так далее. Потому что хореографическая мысль вот даже той композиции, которую мы сегодня вот только что смотрели, она уникальна. Кажется, что все очень просто, все настолько естественно, и все время кажется, а почему никто до этого не додумался, почему никто больше так не может, и почему вот только ей пришло в голову. Возведенный русский танец в степень классического балета на самом деле ни в одной стране больше не повторился. И это все существует благодаря вот этой красивейшей легендарной женщине. Хореографическому ансамблю «Березка» исполнилось 10 лет. Его бессменный руководитель, заслуженный деятель искусств РСФСР Надежда Надеждина. Высокая, стройная красавица с тонкими чертами лица, с косой, тонюсенький на шее оренбургский платочек. Это тот самый, который через кольцо может пройти. И от нее пахло всегда «Шанель номер 5», и мы так за кулисами. Представьте себе, тут кулисы, на сцене мы, а там идет Надежда Сергеевна, мы так носами за ней. «Мадам, только мадам». Только мадам, мы не имели права никак больше назвать. Если она выходила на сцену и одевала костюм сценический, то она никогда не садилась в нем. Никогда. Мы тоже не имели права в костюме сесть. Еще что она говорила каждый раз. Вы должны идти, и сзади вас должны говорить «Идет березка». Гастроли советского ансамбля «Березка» вызвали в Соединенных Штатах Америки подлинную сенсацию. То, что Надежда Сергеевна, безусловно, выдающийся балетмейстер 20 века, это понимали мы, потому что вы только представьте себе гастроли вот в Китае. Нас посетил их бог, председатель Мао Цзэдун. Вскоре поехали во Францию. Нас принимал Жорж Помпиду. И Надежда Сергеевна впервые открылась нам с другой стороны. Она в ответ сказала ответную речь на чистейшем французском языке. Она была очень эрудированная женщина. Если что-то ей не нравилось, она могла очень поругаться. Очень сильно кричала. Коровы! Коровы на репетиции! Коровы! Что вы делаете? Худая корова еще не газель. В тот же момент она много интересовалась нами, как мужья, как дети, у которых были дети, но детей она не жаловала. Вы же не для этого сюда пришли. Если вы хотите рожать, идите. У нее не было, детей своих не было. Мы были дети. Она обращалась к нам: дети мои, вот давайте, значит, вот что-то, то-то, то-то, все. Вот, и мы так гордились этим.
Татьяна Алексеевна, какие критерии на самом деле были вот отбора девушек? Ну, вы знаете, наверное, в первую очередь интеллигентность. А какие-то физические параметры были вот так, что все должны быть, допустим, одного размера или одного высоты? 1.65 м. Не выше не любила, не да? Выше, да. Ансамбль «Березка» вообще вот визитная карточка наша. Мы были все 1.65 м. Боже, сейчас вы маленькие лебеди все. Да. Нас надо вставить в топотушку. Да. Раньше надо отметить, топотуху. Что в те годы это был очень высокий рост для артисток балета. Вот мы все сидим. А сейчас это маленькие лебеди. Ну, все. Чуть-чуть побольше. За счет костюма полное ощущение, высокие. Что мы очень высокие. Да, да, да. Да. На глаза. Вы, наверное, на глаза. Тоже нет. Танцевали. Визитная карточка, мы без каблуков. Без каблуков. Да. Наш секрет. Это специально шито мастерскими для нас. Типа чешек на мягкой подошве. И поэтому создается впечатление вот этого плавающего хода. Ну, этот ход, конечно, он, когда впервые его видишь, просто теряешь сознание. Как это возможно? Да, на самом деле ощущение, что движется сцена, а танцовщицы стоят. Да, они стоят на месте. Да. В балете есть моменты, в классическом балете, когда надо уметь двигаться так, чтобы платье не шелохнулось. И вот эта Надеждина, конечно, взяла, изобрела этот шаг, который является секретом вашего коллектива. Да. Но визуальный эффект феноменальный, потому что полностью создается впечатление, что плывет. Вот все плывут. Позолоченная пряница, мы придем, а нитка тянется, мы придем, а нитка тянется, нам работа наша нравится. Это, конечно, что-то уникальное. Знаете, когда еще вот смотришь, какая-то необыкновенная гордость рождается внутри, что ты имеешь отношение к этой культуре. Дальше. Мы заговорили о секретах ансамбля «Березка». Одну часть мы узнали. Это те самые чешки. Да. Мягкие, да? Это переделанные балетные туфли. Хорошо. Это первая составляющая. Второе – 1.65 м. Третье – особый шаг движения. А можно вопрос? А вот все те, кто принят в ансамбль «Березка», это что, просто взяли по параметрам, и каждый сможет, принятый туда, вот так двигаться, лететь, парить? Нет. Или это какой-то все-таки особый индивидуальный талант? Учиться и учиться. Это я понимаю. А научиться можно? Елена, можно этому любому? Лена. Можно. Можно. В основе должен лежать труд. Вы, наверное, узнали этих девушек? Конечно, это танцовщицы прославленного ансамбля «Березка». Мы присутствуем на киносъемке. Главной героиней этого фильма будет «Березка». Руководительница ансамбля Надежда Надеждина. Внимание, съемка началась. Им аплодировали Вена и Каир, Пекин и Нью-Йорк,
Париж и Токио. Ансамбль создан в 48-м году. Елена, расскажите, как? Надежду Сергеевну попросили поставить некий танец для концерта в театре сада «Эрмитаж». Она задумала некий танец хороводного плана, плавный. В те дни праздновалась Троица, а в эти дни на Руси принято украшать дом ветками березы. Березы, да. Вот уж не знаю, наверняка это ее также сподвигло, когда она решила дать каждой девушке веточку березки. Другая рука, здесь был платочек, на голове также платочек. И хоровод вышел на сцену. Зал замер. Надежда Сергеевна стояла за кулисами и подумала, что все, провал, провал, что делать? А оказывается, зал просто затаил дыхание и затем взорвался аплодисментами. И так происходило 8 раз. Надежда Сергеевна Надеждина, лауреат Сталинской премии, художественный руководитель Московского хореографического ансамбля «Березка». Многие танцовщицы этого ансамбля были участницами коллективов клубной самодеятельности. На сцене концертного зала имени Чайковского ансамбль исполняет русскую пляску «Карусель». Я, например, обратил внимание, как, наверное, очень многие, кто смотрит на «Березку», они все на одно лицо. Причем, в хорошем смысле этого слова, красивые невероятно. Ладно, подумал, может быть, так подбирают, может, работают стилисты. Но выражение лица мне вначале казалось одинаковым, что думаю, ну почему? Что происходит до того, какая работа? Чтобы все разного темперамента, конечно же, хоть одинакового роста 1,65 м, что с ними происходит до того, когда мы видим результат, когда вот это выражение лица красоты невероятной, а что там внутри? Правильно ли я подумал? Вот все должны быть в одном образе, чтобы ничем не отвлекать от того, что происходит. Или я не прав? Мне кажется, что вот здесь Татьяна Алексеевна с самого начала сказала «воспитание». Очень важная вещь – достоинство. Это то, я уверен, посмотрите на Надежду Сергеевну, посмотрите, как она вообще выглядит, как она... Она же была примером для вас, для всех. Мне только-только минуло 17 лет. Мы услышали, что прям вот «Березка» из газет, узнали, что она триумфально по миру шествует. 10 лет после окончания войны. Приехали мы к Надежде Сергеевне, и вдруг появляется женщина необыкновенной красоты. Прекрасно одетая, статная красавица с тонкими чертами лица. Ну вот, Надежда Сергеевна сообщила, что сейчас она нас взять не может, потому что у нее нет единиц. Но в январе 1955-го единицы будут. Если хотим ждать, пожалуйста. Ну, мы хотели, конечно, хотели ждать. Мы стали входить в репертуар. Гастроли советского ансамбля «Березка» вызвали в Соединенных Штатах Америки подлинную сенсацию. Кто бы мог недавно подумать, что слово «березка», близкое сердцу каждого русского человека, войдет в лексикон тысяч американцев. В Нью-Йорке, в Вашингтоне, всюду за океаном выступления наших одаренных танцовщиц проходят с большим успехом. Люди идут в концертные залы, как на праздник искусства. Все хотят увидеть жизнерадостные танцы советской страны. Хореографический ансамбль «Березка» в дни празднования 40-летия Великого Октября выступал в Варшаве,
с новой программой. Во многих городах страны происходили дни фестиваля встречи трудящихся в Венгрии с советской молодежью. Тысячи зрителей хотели увидеть мастеров советского искусства. Выступает московский ансамбль «Березка». Где только не приветствовал зритель наших посланцев. Каждый год больше, чем в 100 странах выступают артисты. Каждый год 8 тысяч, 9 тысяч раз благодарят их восхищенные люди. Я сейчас поймал себя на одной интересной вещи. Я спину выпрямил. Серьезно, это потрясающе. Подсознательно вот так вот выпрямляешься. А вот такой импульс энергетический. Да. И вот я сейчас... А вот знаете, что хочу сказать? Что есть иногда, вот выходят танцующие, они держат спинку ровно, а тебе кажется, что человек скован, да? А здесь ты смотришь, и ты сам подтягиваешься, потому что это так красиво и так естественно, что тебе тоже хочется так выглядеть. Очень часто мне задают вопрос, почему русский балет стоит выше всего остального. И я каждый раз отвечал, потому что только в русском народном танце есть хоровод. Больше нигде на самом деле национальном танце вот такой хороводности нету. И французское вот это вот изобретение... итальяно-французская, бесподобно соединилась с русской хороводностью, потому символом стал лебедь. Понимаете, русского балета. Потому и у вас потрясающий номер есть, лебедушка. Фантастический. Прямо вот смотришь этот танец, и видно ностальгию Надежды Сергеевны по четвертому акту «Лебединого озера». Прямо вот сразу это все читается. И в то же время, послушайте, все одинаковые, да, кажется. Но вы не представляете, у каждого там мир, целый мир внутри, потому что... Конечно. Вот сам хоровод, он дает возможность актеру танцевать, и душа поет в это время. И каждый зритель может что-то свое сокровенное в ком-то увидеть. Не только единство, которое ценно, а вот даже увидеть, что хопаньки, каждая лебедушка, да, и она своя, она вот такая. Скажите, пожалуйста. Это исчерпывающий ответ на мой предыдущий вопрос. Спасибо. Вы знаете, я хотела и тоже вот... А как долго длились репетиции? Потому что настолько это кажется... Вот когда я смотрю, мне кажется, что это так легко. А вот попробуй сделай так. Это же надо репетировать. Это очень трудно. И самое трудное – быть плечом к плечу и быть совершенно одинаковым. Thank you.
Сегодня за нашим столом собрались артисты, руководители и поклонники легендарного ансамбля «Березка». Ансамбль создан в 1948 году, а в 1949 году в кинокартине Ивана Пырьева «Кубанские казаки» ансамбль уже снимался. Да. С Кларой Лучковой. Вера Васильева, Катя Савинова. Ну, вот здесь, на съемках «Кубанских казаков», коллективу всего год. А в 23-м году уже 75 лет. 70 вообще триумфальных лет, как этот коллектив, как можно сказать, даже распространяет, да, русскую красоту. Несет. Повсюду. Несет. Несет, да. Дарит миру. Да. Дарит миру истинную красоту. Я сейчас посмотрел эти кадры и подумал, такие понятия, как русский балет, как ансамбль «Березка», как ансамбль Игоря Моисеева, это знаковые вещи, которые нужно хранить так же, как мы храним этих лошадей на Большом театре. То, что делал и делает ансамбль «Березка», пережило время. Это вечное. То, что сделала Надежда Сергеевна, светлая ей память, это навсегда. Лена, ты знал Надежду Сергеевну? Да. Всегда встречался с ней? Да, я знал Надежду Сергеевну, и довольно часто в концертах меня ставили почему-то после ансамбля «Березка». То есть надо было... Но ты балетный. Нет, не балетный. Надо было рядом с красивым показывать уродливое, понимаете? И вот для того, чтобы был такой контраст... Не говорит, а гротесковое. Ну, гротесковое, да. Да, гротесковое, да. И поэтому я стоял за кулисами и видел этот ход. Знаете, вот меня бы спросили, а можно одним словом определить то, что делала «Березка»? Ну, что она делает? Да. Вот стиль. Скажи, вот одно слово. Скажи одно слово. Деликатность. Интересно. Да, я же сказал, не случайно. Я выпрямился при виде хода в начале. Поймал себя на этом. Это чисто гипноз. И оторваться невозможно. Там какая-то гипнотическая вещь. Вы говорите про спину. Просто когда я еще учился в школе, вот коллега,
наших замечательных девушек, мне как раз объясняла, как ей Надежда Сергеевна объясняла, как держать лопатки. Лопатки не должно быть видно, что она должна быть утоплена. И на самом деле то, о чем вы говорите, да, вот деликатность. И вы только что сказали, что это действует, да, какой-то гипноз. Конечно, это чисто музыкальность гипноз. Такая, что действительно ощущение такое, что немножко шаманство, да, вот, вот попадаешь как будто в транс. Вот на симфоническом, допустим, концерте можно спокойно задремать. Да. Да, да. А здесь это невозможно. Ты здесь вытягиваешься в струнку. Ты так, такой ощущение, ты становишься соучастником происходящего. Конечно, на, да. На сцене. Вот это и есть гипноз. И Моисеев такой же был. Знаете, очень важный есть такой постулат, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Но вот в «Березке», что очень важно, сначала была «Надежда», а потом стала «Мира». И следующий руководитель коллектива, Мира Михайловна Кольцова, мне очень повезло, мы познакомились очень-очень давно, когда я заканчивал хореографическое училище в 92-м году на выпускном спектакле, ко мне подошла, мне тогда неизвестная, потому что, ну, как бы я знал Миру Михайловну только в телевизоре, ну, и вдруг она ко мне подошла, представилась и сказала очень много добрых слов. И вот на протяжении всех лет как-то наша такая вот симпатия, дружба продолжалась. Мира Михайловна тоже закончила наше Московское хореографическое училище. Сразу попала в руки Надежды Сергеевны. И вот давайте посмотрим последнее интервью Миры Кольцовой, которое записано в марте 2022 года. Это было в 57-м году, когда я заканчивала хореографическое училище при Большом театре, классическое отделение. Так что я у вас почти балерина. И с мамочкой за руку приходим мы в клуб. Самое главное, что мы услышали голос громовой. И тут, как назло, блондинка кудрявая, белая, голубоглазая. Говорит, девочка, вы что-то хотите показать? Ну, я прошла и именно бросила на нее взгляд только. И больше ничего. Она сказала, все, достаточно, вы поете. А я пела. Я подошла к роялю. Пианист говорит, я не могу. И я говорю, позвольте, я сяду сама. Требуй, что тебе надо, я помочь тебе рада и исполню награду все твои просьбы я. Она сказала, что будет платить мне половину зарплаты, что утром я буду бегать в училище, а через месяц я уеду с ней в Париж. И так я уехала в Париж, танцую уже практически самый главный репертуар. Во всех странах. Америка, Джон Кеннеди приходил, и в Греции, и в всей Латинской Америке, в Европе. И когда мы прилетели в Чили, нас привезли в центр города, напротив президентского дворца прямо.
Только мы вошли, как раздались ночью выстрелы, но силы атомных взрывов, реактивные какие-то новые орудия, это пришли расправиться с Альгендой. И время от времени по этой крыше, мимо вашей головы, стреляли. В этот момент уже расстреливали коммунистов местных. Через 15 суток была петиция от нашего правительства, что просим ансамбль «Березка» из цепей, в которые они попали не по случаю, вот, выделить. И нам дали самолет. Все было во всех странах. Только знаете где? Это уже точно. Мы не были в Арктике пока и в Антарктике. Надеждина все придумала. Смысл нового хореографического чуда. Она по сей день не изучена. Столь велик ее талант. Ну, и учиться у Надеждиной можно было каждую минуту, всему. Я получила любима с первых дней, когда ты в одном этом любимом окружении. Ну, что еще хотеть? К сожалению, в августе Мир Михайловна не стала. Но мы сегодня не можем не вспомнить одну из выдающихся танцовщиц не только нашей культуры, но и мировой. Смотря на Миру Михайловну, наблюдая за ней, я всегда отмечал какую-то необычайную сдержанность, необыкновенную культуру. Это вы на концерте привлекали всеобщее внимание? Я не привлекал. Привлекали. А тогда в метро преследовали меня самым безостенчивым образом. Да, но вы мне тогда улыбнулись. Что? Впервые Миру я увидел в фильме «Девичья весна». Как я себе мог вообще позволить влюбиться? Я даже и не думал ни ухаживать, ни это. Казалось, все непостигаемо. Тогда, когда я поступил уже в «Березку», и так как-то само собой нас потянуло. И с тех пор мы больше не расставались. 54 года. Счастливого брака. Она всегда предель была. Мне не хотелось ее утруждать. Я готовил. То она котлеты любила, колбаса, бутерброды. Вот она, бутербродная барышня была. Ну, как я ей еще мог помочь? Она последнего дня часа приходила в «Березку». Недаром она говорила, что у нее в жилах течет не кровь, а березовый. Березовый сок. Я для нее, собственно, жил. И поэтому сейчас я как осиротел. Ну а сейчас поздравления вашему ансамблю «Березка» от Алины Кабаевой. Любовь к ансамблю «Березка» у меня в крови, признается олимпийская чемпионка. Ведь еще до рождения прославленной спортсменки ее мама, Любовь Михайловна Кабаева, мечтала быть участницей этого легендарного коллектива. Но успехи спортивные помешали карьере артистической. Любовь к искусству и народному танцу она передала дочери. Не случайно в 2009 году одна из первых авторских программ Алины Кабаевой «Шаги к успеху» была посвящена ансамблю «Березка» и ее руководителю Мире Кольцовой. Я знаю, что в ансамбль «Березка» попадают из хореографического училища. А из художественной гимнастики могут попасть к вам в ансамбль? С огромным удовольствием. Однако, скажу вам, в меньшей степени надо будет переучивать вас. Потому что у вас удивительная в вашем жанре координация движений. Вы очень гармоничны. А вот из всех училищ, откуда приходят, приходится переучивать.
Результатом судьбоносной встречи и взаимной симпатии народной артистки и олимпийской чемпионки стали незабываемые выступления «Березки» на детском фестивале художественной гимнастики «Алина», где юные спортсменки на время уступали ковер завораживающим хороводом русских красавиц. Для маленьких спортсменок это всегда был уникальный мастер-класс – грации, пластики, гармонии и даже дисциплины. Вообще у нас, на мой взгляд, поселок благородных девиц, потому что такой красоты барышни, как наши, и такое целомудренное поведение – это только у нас. Кольцова признавалась, что благодарна Кабаевой за то, что она помогла ей открыть глубины художественной гимнастики. Она с неподдельным интересом вникала во все спортивные нюансы и восхищалась потенциалом юных граций. «Березка» стала ежегодной участницей фестиваля «Алина», а ее руководительница не пропускала ни одной фестивальной репетиции. Низкий поклон Алине за такие потрясающие явления, как этот фестиваль. Ну, во-первых, он очень актуален, когда молодые сегодня ребятки в высочайшем профессиональном уровне показывают такое мастерство эмоциональное. Мне кажется, что тут каждый лауреат. И потом абсолютно четко прослеживается связь между танцем и художественной гимнастикой, тем более из рук такой великой нашей потрясающей спортсменки, гимнастки, как Алина Кабаева, перед которой и я, когда-то уже будучи известной танцовщицей, преклоняла голову. Краеугольным камнем и нескончаемым источником вдохновения стало сотрудничество с легендарной «Березкой» и для создателей фестиваля «Алина». У меня в программе Мира Михайловна говорила, что ансамбль «Березка» во всем мире принимают очень хорошо, что во время выступления ансамбля происходит чудо, когда сцена сливается с публикой. Так вот, я от всей души желаю, чтобы это чудо «Березка» сохранила навсегда, чтобы знаменитые хороводы этого чудного ансамбля продолжали рассказывать зрителям на языке танца свои истории о любви к родине и обо всем, что так дорого человеческому сердцу и живой человеческой душе. Огромная благодарность и низкий поклон всем, кто участвовал в создании этого уникального коллектива, кто сочинял и исполнял его знаменитые танцевальные композиции, создавал прекрасные костюмы и декорации, всем, кто вложил в него свою душу. Мира Михайловна была очень разная. Вы знаете, такой один из жизни пример, если можно, не из творчества. Конечно, конечно. У нас дисциплина, у нас строжайшие правила. Одно из них – это нельзя загорать. Потому что Мира Михайловна говорит, вы же не ансамбль «Баобаб». Впечатление, вот я слушаю и смотрю кадры, вот такое впечатление, что идешь по какой-то чистой реке. Да. Прозрачной абсолютно. Вот что-то такое вечное и прекрасное. Это удивительно. Я давно не испытывал такого чувства. Филипп, расскажите, все-таки для вас Мира Михайловна Кольцова не только выдающаяся танцовщица и руководитель, а прежде всего мама. Да, конечно. Мама была очень разная. Она была дома, сама доброта, и позволяла с нам абсолютно все, что мне, что ее внуку, моему сыну, что невестке. То есть это полная свобода, и наверное, мы не очень хорошо себя вели, мы этим пользовались, да. А вот что касалось работы, поскольку я с ней сотрудничал как композитор, она и текст я писал, вот тут она была, да. Вот не случайно... С строгим цензором? О,
по 7, по 8, по 10 раз приходилось переписывать все, пока у нее слезы на глазах не выступят, пока у нее, как она говорила, что-то здесь не ёкнет. Но она была очень, вот вы говорите, она была человек сдержанный, ну да, наверное, но она могла в 3 часа ночи выйти на кухню, сказать, что вы делаете, негодяи, вы портите ребенку жизнь, смотрите с ним фильм ужасов, сесть с нами и начать смотреть этот фильм ужасов, потом достать какую-то кулебяку, которую она для нас готовила накануне. И потом это все приходило в конечном итоге к тому, что она начала импровизировать. Она кричала своему мужу Леониду Константиновичу: «Леня, а Леня спит уже, он не хотел вставать. Тогда меня отправляли за фортепиано». Она начинала кружиться, что-то придумывать, импровизировать. И вот так это рождалось. Вот, собственно, да. Вот так и рождалось все. Но мама и мама Кудрук – это совсем разные вещи. Один из иностранных журналистов сказал: «Не надо читать «Россию», посмотрите выступление ансамбля «Березка». Там душа и культура этой страны». Руки, девушки, у вас совершенно одинаково, они симметрично выращены, выросли. Так вы их, пожалуйста, эти руки держите симметрично. Мирочка, как мы ее все называли, мы очень любили ее, потому что она была удивительно творческим человеком. И вы знаете, сколько я делал юбилеев, она никогда не отказывалась. Березка приходила в полном составе. Я видел вокруг себя вот эту красоту. Они плавали по этой сцене, все казалось, что вокруг кружится все. Они были рождены воспламенять и будоражить сознание зрителей. Впереди у жизни только даль, полная надежд людских дорога. Тогда мы не говорили о сексуальности какой-то, но это было настолько ярко и настолько женственно, что вот это вызывало, конечно, и еще какие-то необыкновенные эротические чувства. Навсегда завладели вы сердцем моим. Ну и, конечно же, все девочки были просто такими самыми, наверное, желанными невестами, были на расхват. И сегодня, вспоминая то, что у нас юбилей ансамбля 75-летия, мне хочется сказать им огромное спасибо. И хотел бы еще не раз встретиться с ними на сцене и получить удовольствие от работы с ними. А вы знаете, Николай, я тоже хочу сказать о Мирочке это самые теплые слова. Я не могу сказать, что я с ней была очень дружна. Но вот в моем представлении она осталась не только талантливой участницей этого. Вот она, посмотрите, какое чудо. Но и человеком таким же великолепным. Давайте посмотрим отрывки из кинофильма «Девичья весна». Вы же русская девушка, да еще с Волги. Я и полюбил вас, как березку. А вчера смотрю, какая же это березка. Так, пальма какая-то. Пальма? Ну ничего, ну не придавайте значения моим словам. Может быть, я не так сказал. Нынче многие этим увлекаются. А Настя? Что Настя? Ну, Настя, березка. А Насте разговора нет. Но Настя березка. Ну вот и хорошо. Оставайтесь вы со своей Настей березкой. А я уеду, все будет отлично. Как уедете? Так, нас отзывают. Куда? Сначала в Сибирь, потом в Китай на 2 месяца. В Китай? Ну не поминайте лихо, может быть, и я уж не такая плохая. Галя. Нет, все-все. Галя! Галя! Людмила Михайловна, это же ваш супруг играет. Да, это мой супруг. И что интересно, он пришел в «Березку» раньше меня. Да? Да, я в это время я снималась на киностудии других. А он
снимался вот в лирическом герое в «Девичьей весне». И только после этого я пришла в коллектив, потому что я очень тосковала по танцу, буквально рыдала. Просыпалась утром, у меня мокрая подушка от слез, и я поняла, что я не могу не танцевать. А это все, это очень хорошо. Я мечтала стать актрисой. Нет, я мечтала танцевать. Надежда дала мне вот эту вот дивную возможность. Спасибо ей. Ну вот то, что вы могли быть замечательной актрисой, мы можем убедиться, мы можем посмотреть. Ох, Наташка, да чего ж сегодня хочется платье одеть? Все равно какое, лишь бы гражданское. Сюда брошку. Не люблю. Или бусы. Люсьена Овчинникова. На губы накрась. Ну, Оль, ну, по уставу не запрещает. Сегодня нужно ради праздника. На, трофейная. Господи. Ребенок. Ну, что ты смеешься? Ну, что ты сопишь? Никто не сопит. После кинофильма вот большая тортилья, коулслоу, много курицы и картошка фри. Новый большой мегаролл в KFC. Препарат берите комплексный. Что-то с терминалом, с карманными дилемма. В технике внезапно сгорела микросхема. С кредиткой от Росбанка. Это не проблема. Покупай, снимай, переводи. 120 дней без процентов и суеты. Росбанк. Настоящие возможности. Здравствуйте. А это тебе. Алиса, включи нашу песню. Алиса, приглуши свет. Алиса, он такой романтичный. Он любовь всей моей жизни. Покупайте на Яндекс.Маркете станцию мини со скидкой 1000 рублей. Болезнь словно ходит по кругу. Возможно, виноват слабый иммунитет. Сироп Нормомед не только борется с вирусами, но и нормализует иммунитет, а значит, повышает устойчивость к болезням. Сироп Нормомед разрывает круг болезней. Большая тортилья, коулслоу, много курицы и картошка фри. Новый большой мегаролл в KFC. Вера Михайловна же тоже могла продолжить свою кинокарьеру? Да, конечно. Ей же делали предложение. Ну, и не кто-то, а Сергей Аполлинарьевич Герасимов, да? Приглашал сразу на четвертый курс. В ВГИК. Да, в ВГИК, к себе на курс. И сказал: Мира, без экзаменов. Почту за счастье, если ты пойдешь. Но Надежда Сергеевна сказала, никакого кино. Именно и Надежда Сергеевна остановила? Именно Надежда Сергеевна сказала, никакого. Она очень ревновала к любой деятельности, как, кроме как профессиональной деятельности, непосредственно Мир Михайловны. И дошло до того, что Мир Михайловна всех многочисленных режиссеров и претендентов ее снять, отправляла к Надежде Сергеевне. Все к Надежде Сергеевне, а это значит, что ничего не будет. И на этом ее кинокарьера закончилась. Да. И скажите, а какие еще табу были вот введены в Надежде Сергеевне? Что еще было нельзя? Детей иметь. Было нельзя иметь очень короткие волосы. Короткие волосы нельзя было, да? И у меня такая история получилась, что я... Челку нельзя, да? Когда челка появлялась, она говорила, ты мопс, ты дворовый мопс. Абсолютно. И челку, когда на просмотре, вот наш курс приходил в «Березку» на худсовет, мы, клей был такой, БФ. Да. Это только вот мы можем. Мы клеим БФ, приклеивали сначала туфли челку еще. Те, кто учился в хореографическом училище, еще клеем БФ, пуанты заклеивали. Еще. Да, да, да. И вы приклеили челку, да? Чтобы она не болталась. И вот, и я когда заканчивала училище, у нас инструкторы были, не преподаватели. Она встретила меня в коридоре и говорит: детка,
А как ты такую косу будешь под парик надевать? Я же в школу Большого театра. Да-да-да. Я домой со слезами: мама, косу режем, все. Отрезали курс, я закончила училище, я пришла в «Березку». И Надежда Сергеевна, она когда появлялась во дворе, у нас было окошечко такое потайное, и все так же, как на пляже от Мира Михайловны, так от Надежды всех разметала, кто где, в гримерке, под лестницу, в подсобку. А я молода, я не знала, что надо бежать во избежание какого-то неприятности. И она меня на лестнице застала, Надежда Сергеевна, и говорит: детка, а как ты будешь косу вплетать? То есть у меня вот два кардинальных требования было. Ну, еще говорят, что как-то вот к детям так Надежда Сергеевна относилась, когда в декрет уходили. Да, нельзя рожать, в то время нельзя болеть. Ну, в общем, ничего нельзя. Отрицательно, да? В то время очень. Как же Мира Михайловна так? Вот, можно я скажу? Да, да, конечно. Насчет того, что Надежда Сергеевна, не знаю, не любила детей, и я в этом что-то не уверен. Рожать она действительно запрещала, и в частности моей маме. Более того, я вам расскажу, это невообразимый факт. Мама моя до 6 месяцев со мной танцевала, не просто выходила, а танцевала темповые номера, такие как «Тройка», например. Это правда. И в одном из своих интервью она сказала следующую фразу, я как-то из телевизора это услышал. Да. Филиппов, обращаясь ко мне: ты меня прости, деточка, но ты в любой момент мог и не родиться. Да, это правда. Но когда я родился, и Надежда Сергеевна меня очень любила, называла Филиппинчиком, и более того, вот, за тем столиком Надежды Сергеевны репетиционным сидел я маленький, передо мной стояли конфеты и чай. Я был таким своего рода талисманом у Надежды. Да, меня она сажала. И я ничего не понимал, конечно, но тебе понравился Филиппок, Филиппинчик? Очень, Надежда Сергеевна. Все, показываем министерской комиссии. Вот так. Она любила детей очень. Не, ну это одно дело, любить уже, как сказать, готовый продукт. Готовый продукт, а вот сам этот, к сожалению, для всех танцующих 9 месяцев и первые месяцы после, это, конечно, большая сложность. И... Недавно прошел показ фильма «Березка», в котором я играю одного из чиновников. И там пару сцен. Есть такие, ну, я сейчас, картина уже год как снята, я забыл имя персонажа, но, допустим, Сергей Михайлович, звонят из «Березки». Вы знаете, тут ведущая солистка забеременела. Какое забеременела? Через 2 месяца гастроли в Австралии, все билеты на месяц проданы. И вешал трубку. Или там: Сергей Михайлович, солистка заболела. Вылечить срочно. В Японию через неделю улетаем. Вы что, с ума сошли? Вешал трубку. Вот так же? Нет? Ну, к сожалению, да. Мы живем по расписанию, да, Володенька? А позвольте поделиться впечатлениями человека, который имел счастье, вот как Ангелина, представлять этот коллектив. Регулярно на всех государственных концертах. Это было так. Для вас выступает государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Надежды Надеждиной. Художественный руководитель и главный балетмейстер, народная артистка Советского Союза Мира Кольцова. И звучали аплодисменты, как сейчас. После такого объявления мы должны смотреть танец. Как заря горят, курица ты, улица, как ты живешь.
Ого! После рекламы мы продолжим вас знакомить с сегодняшним днем легендарного коллектива «Березка». Вчера задумала, чего затеяла, все пути на Холмогоры замела, завеяла. Но по сердцу холмогорский веет свежий ветерок, и усталости не зная, с неба падает снежок. Ах, зимушка холодная, двинская, морозно, но морозы пустяки, и для нас наступит праздник, подождем холостяки, пусть метелица нагрянет, будет снежно на полях, здесь небес хороших много, нам не быть холостяка. Ах, зимушка холодная, двинская, лет ансамблю «Березка». Ну, замечательный номер про холостяков, про завидных женихов. Я хочу обратиться к старейшинам коллектива. Но вы все были завидные невесты. Девушки, расскажите. Да, Света. Татьяна Алексеевна. Да, я вас слушаю. Ну? Танечка Кобеленова, моего коллеги, жена. Да. Вы же супруга у нас тоже очень известная. Когда я ее увидела, она была такая юная. Вы знаете, вот у исполнительниц, у участников этого ансамбля, у них какая-то особая манера, нежная и очень сдержанно, как бы с каким-то чувством достоинства, мягко разговаривать. И Таня меня тогда поразила вот именно этой манерой. Потому что, знаете, я приходила в дикторской отдел, там кричали, там, ой, скорее, мне надо в эфир. А тут вдруг там, спокойно человек рассуждает, разговаривает таким милым-милым голосом. И никуда не спешит. И никуда не спешит. И вместе с тем не опаздывает. Татьяна, где вы встретились? Ой, на концерте. Лебедушку танцевали. Ага. И он ко мне подходит с программкой. Он ведущий был. Он был, этого вел концерта. Этот концерт. Да, вел этот концерт. Вот да. Наша фотография с сыном. Маленький только родился. Димулечка мой хороший. Ну ладно, отвлеклась немножко, потому что...
трогательно очень. Его не стало уже 4 года тому назад. Юрий Ковеленов. Да. Диктор центрального телевидения. Ну, как мой сын от него. Так что. Да. Очень трогательно. Так что «Лебедушка» решила вашу судьбу. «Лебедушка» решила мою судьбу. Я была свидетелем, когда Мира Михайловна расписывалась с Борисом Санкиным. Так. Я была их свидетелем. В результате чего получился ребенок. Ну, вообще, ребенок вообще как сын полка. Сын полка. Внук, этот дед уже полка. Уже дед полка. Он вырос на юбках, как мы говорим. Закулисно на юбках вырос. Яна, ну вы же тоже отчасти ребенок полка. Да, дочь не полка. Отчасти, а в полной мере. В полном смысле. В полном смысле слова. Елена ваша мама. Да, Елена Григорьевна моя мама. Я ее называю, кстати, только по имени-отчеству. В коллективе, да? Да. Да и даже, по-моему, вне стен иногда тоже. Я родилась в ансамбле «Березка», продолжая дело своей мамы. Уже 18 лет служу коллективу. Замечательно. Давайте послушаем давнего поклонника вашего, замечательного артиста Соломина. Новый номер – это общий труд балетмейстеров, художника, композитора, дирижера и всех наших артистов. Я вот должен сказать Амире Кольцовой, поскольку мы были знакомы в свое время, что это замечательный профессор балета. Настоящего русского балета. А тут совсем недавно я был приглашен в одну ответственную организацию. Был концерт. Кто-то спел, кто-то еще там что-то сделали. И вдруг заиграла какая-то знакомая мелодия. И появилась одна, вторая балерина, третья, четвертая. Я сидел, во мне что-то сработало. Это был такой подарок. И я вспомнил молодость. Вот почему я больше не могу говорить. Поверьте мне, я от чистого сердца. Мне хочется пожелать этому ансамблю на сегодняшний день так держать. Девчонки, так держать, так держать. Это русский настоящий балет. Недаром его знают во всех уголках мира. Ирина, вот я знаю, что вы были очень любимой артисткой Миры Михайловны. Когда вы пришли в коллектив? В 79-м. Давайте посмотрим фрагмент номера «Ожерелье», который Мира Михайловна поставила «Ожерелье» для вас. «Ожерелье», да. Этого номера послужила пальховая миниатюра. И вот номер начинается, когда герои стоят, вот прям как с картинки как с пальховской, да, шкатулки. Парень и девушка. И у него котомка через плечо, и потом герои оживают, он их подает, и она вот аккуратно рукой как якобы нанизывает эти бусинки, которые он ей подарил. Ах, ой, фотография моя. Вот как раз о платке хочу сказать.
Вот этот номер называется «Романс воспоминаний», который Мира Михайловна ставила. И вот этот период, наверное, был вот, ну, самый счастливый для меня. Мы оставались репетировать, когда уже все уходили. Был пустой совершенно зал. Она давала мне возможность где-то и поэкспериментировать, что-то так вот попробовать. Но когда я чрезмерно увлекалась, конечно, она меня так сразу останавливала и говорила: «Стоп, моя дорогая, вот этот платок в котором в своих руках, это ведь тоже часть образа. И мне нужно, чтобы и вы руки твои, и платок, они говорили». И как только я начинала об этом задумываться, пластика тела становилась иной. Руки, глаза, все заговорило. Кстати, у нас есть сюжет о ваших костюмах. Это отдельная удивительная история. Давайте посмотрим. Да. Мы с вами в Святая Святых. Это наша костюмерная, где находятся наши драгоценные, в полном смысле этого слова, костюмы. И специально для вас сюрприз. Это костюм, в котором танцевала Мира Михайловна Кольцова. Наш самый основной номер, концерт, начинается с хоровода «Березка». Да, в костюме есть секреты. Он не простого кроя, там специальная технология. Я не могу раскрыть этого секрета, но если бы я сказала, вы сильно бы удивились. Костюмы тяжелые, конечно, но мы чистые, кажется, что нам легко. Покажи, что она сломала. Нет, это секрет. Там юбка специальная. Учитывая тот сложный ход, которым они ходят, девочки, она не должна мешать движению. Весь костюм, он работает на танец. Любой костюм мы берем, и все это работает на танец. Вот цветы полевые. Это поле, на котором расцветают вот эти вот многокрасочные цветы. Это номер «Лебедушка». Из этих рукавов рождаются лебеди. Костюм должен быть не просто удобным, он должен быть технологичным, чтобы его в случае необходимости можно было подогнать на фигуру какой-то девочки. Костюм служит 20 лет, а за это время может, ну, всякие неожиданности в жизни девушки случиться. Например, замужество, рождение ребенка. Общее количество наших костюмов, оно может поражать воображение человека непосвященного. И это порядка 2000 костюмов. Две тысячи костюмов, причем, что, как вот я сейчас узнал, не очень большой коллектив, да, по меркам государственных академических театров. Сколько получается? 35 девушек, но сейчас в данный момент 7 из них в декрете. И 25 ребят, 14 человек оркестр. А теперь в декрет вы уже спокойно к этому относитесь? Или... Ну, Мира Михайловна дала послабление. И даже бывает так, что по два ребеночка рожает артисткой. Приходит в идеальной форме. Какие молодцы. Да, да. А вы когда пришли? Я пришла чуть раньше, чем Яночка. Ой, да. И знакомство с «Березкой» началось еще задолго до моей творческой карьеры. Когда в 7-летнем возрасте на открытом уроке самодеятельного ансамбля Мира Михайловна Кольцова увидела меня. Вас выделила. Даже моя бабушка, она рассказывает, что в тот момент она сидела за Мирой Михайловной, и она обратилась к Леониду Константиновичу: «Ленечка, посмотри на эту девочку с выразительным взглядом во втором ряду». И вот с этого момента началась моя история, когда Мира Михайловна взяла меня за руку и провела по творческому пути. Благодаря ней я вот окончила, так же, как и Яночка, хореографическое училище при хоре имени Пятницкого. И уже в 15 лет была взята в ансамбль. И Мира Михайловна навсегда была моей творческой мамой. Замечательно.
Девушки, вы знаете, вы даже как-то говорите по-особенному. Так приятно не только на вас смотреть, но и вас слушать. Давайте мы сейчас посмотрим сюжет о том, как вы репетируете, а вы пока переоденетесь для следующего номера. Государственный хореографический ансамбль «Березка». Уважаемые артисты ансамбля «Березка», уважаемый оркестр, мы начинаем репетицию. Хоровод «Березка». Готовы? Пожалуйста. 3, 4, 5. Рано, Маша, рано опустила ветку. Арина, выйди из круга. Спасибо. Извините, ошибка во второй паре. А наша репетиционная база находится в старинном особняке 18 века. Здесь сделан полностью ремонт для ансамбля «Березка». И... Лена! Плывущий ход хоровода «Березка». Это секрет колоссальный. Частенько, особенно за границей, где посмелее рабочие сцены, частенько они стараются заглянуть к девочкам, что же там за конструкция такая особая. Нет, там хорошие, нормальные ножки. Даже мужья девчонки не рассказывают. Знаешь, мужья? Да. Да, вот у кого мужья здесь, они тоже не знают. Девичий хоровод «Реченька», постановка Миры Кольцовой. Расхожее мнение такое, что хороводы легко ходить. Это категорически неверно. Это очень сложная работа. Они все выходят, простите, обливаясь потом. Стираются мозоли, болят ноги, колени. Это невероятно сложно держать и спину. При этом мелко-мелко перебирать ногами. Не знаю, насколько я раскрываю сейчас секреты. Продолжаем репетицию, пожалуйста. Мужская танцевальная группа представлена сегодня «Балагуры». Брак, не спешите. И... Я хотел вот спросить Яна, который у нас за столом присутствует. Все-таки так или иначе этот ансамбль ассоциируется с девушками. Это, знаете, как мне очень часто задавали вопрос. Но вы полкарьеры стоите за балериной, не обидно? Так и вам. Вот. Ну, честно, нет, потому что мы, получается, их обрабляем как... Вы когда пришли в ансамбль? Я пришел где-то в 2007 году. Ну, вы совсем вот. Юный. Совсем юный. Ну, уже не юный. Служил 2 года в ансамбле «Песни пляски» Московского военного округа и работал в Кубанском казачьем хоре. Я сам оттуда, из Краснодара. Потом вот пришел в «Березку». Представляете, вот я это все делал в 5-м классе. Представляю, вас представляю. Нас же учили. Да. Комиссия умирала от хохота. Но я все делал честно.
мы сейчас будем смотреть еще один номер. У нас на сцене будет девичий хоровод «Реченька» в постановке Миры Михайловны. Да, музыка и слова Филиппа Борисовича. Облака, даль стремится река, тишина и прохлада вечерняя, и волна за волной у реки напев родной льется песнею душевною. Год юбилейный для хореографического ансамбля «Березка». Легендарному коллективу исполняется 75 лет. За эти годы коллектив выступал с очень многими легендарными артистами. Далеко thank you.
Да, как давно это было все. Ну, мы уже увидели, что преемственность у вас в коллективе очень замечательная. И Филипп, и Яна. Как вот, когда ты все равно ты занимаешься профессией, которой занимаются твои родители, конечно, есть сравнение. Кто-то же наверняка же тебе что-то говорил. Это очень сложно. Я прошла тяжелую школу жизни, можно так сказать. Да? Уже, да. Это очень тяжело. Работать с родителями – это очень тяжело. Все по блату. Всегда. Всегда. И мне приходилось намного больше и сильнее доказывать, что я вот сама... я, например, лично с детства не люблю актерских детей. Вот, Яночка, покиньте студию. Тем не менее, я очень счастлива. Я не представляю свою жизнь без Березки сейчас. Это моя жизнь. Ну, конечно. Тем более, что вы родились практически за кулисами. Да. Филипп, а вам говорили часто, что вы вот мама вас протащила? А меня потому и отдали в музыку, чтобы... Избежать. У нас есть интервью вашего сына, давайте посмотрим. Давайте. Мне приятно видеть, что, например, мамы, бабушки с маленькими детьми, когда они замирают. Мне очень сильно повезло, потому что когда мне было 4-5 лет, бабушка брала меня на гастроли. И представляете вообще ситуацию? 5-летний ребенок приезжает сначала в Грецию. И... приезжает не на день, не на два, а приезжает туда на месяц. Я помню этот момент, как на автобусе из города в город. Я спал на вот этих вот кофрах передвижных. Действительно, можно сказать, что это те впечатления, которые я запомнил на всю оставшуюся жизнь. И, конечно, это очень сильно повлияло на меня. Я полностью пошел по стопам своей семьи, но я продолжил деятельность своего отца. Работаю как композитор. Всегда, когда пишу музыку, мне всегда важно, что сказали бы бабушка и папа. Сегодня детки, они приходят, в общем, сытыми детишками от мамы, от пап. А актер все-таки должен быть немножечко голодным. Ее любовь ко мне проявлялась абсолютно во всем, начиная с того, что она обожала готовить. Во-первых, салат оливье. Во-вторых, я всегда обожал ее котлеты. Пирожки, конечно же, да. Я действительно не могу ее разделять как бабушка, художественный руководитель, актриса. Это все одно. Это все Мира Кольцова. Самый уютный человек, которого я когда-либо знал. И, конечно же, с одной стороны, мне ее безумно не хватает, а с другой стороны, она всегда с нами. Ольга, вы хотели шутить? Я хотела бы добавить вот, к этому... Мира Михайловна всегда говорила, что у меня один сын Филипп, но вы мои... творческие ну, а детки. Как иначе? Только и мы так. Все действительно чувствуем, что Мира Михайловна, она с нами. Она нам покровительствует. Давайте посмотрим последнюю репетицию Миры Михайловны. Грустно смотреть сейчас это. Тем более, я представляю, каково вам.
Да, вы знаете, вот говоря о том, что Мира Михайловна творческая наша мама, мы с Женей, когда решили пожениться, мы сначала пошли к Мире Михайловне в кабинет, зашли. Я так иду, держусь за Женю, пихаю его локтем. Давай, давай, говори. А он стоит и говорит: Мира Михайловна, люблю, не могу. Все, вот. Мира Михайловна сразу. Леонид Константинович говорит, он был тоже в кабинете. Леня, что происходит? Что случилось? Я ничего не понимаю. Вот, ну, конечно, для нас было важно, чтобы Мира Михайловна... Уже сколько лет вы вместе? 1.5 года. Мало пока, пока мало. Ну, это мы женаты 1.5 года, да. А на самом деле у нас история такая. Женя за мной очень долго ухаживал. Сколько? 3 года. Все наблюдали. Да, все за всем наблюдали. Я была категорична, я вообще говорила, что я против отношений на работе, что, значит, мне не до этого, и никак вот нет, и все. Мира Михайловна благословила ваш союз. Мира Михайловна, да. В итоге все сложилось. А у вас как? Вы знаете, Мира Михайловна, наверное, написала всю, весь рассказ моей жизни. Во-первых, тем, что взяла меня в коллектив. Второе, это тем, что она взяла мою жену в коллектив, тем самым объединив нас. Ну, очень многое с ней связано, начиная от того, как я пришел в «Березку». Немного там позднее я узнал, что у Миры Михайловны есть такой момент, когда ей нравится что-то в человеке, она прямо вот просто брала, снимала очки, и все. И там уже было все ясно, что как бы, ей все нравится, и ты попал в точку. И, соответственно, вот на моей проверке так и получилось. Она так сняла очки и говорит: «Ангел мой, напомните, как вас зовут?» А я говорю: «Артем». Она сказала: «Артемчик, скажи спасибо своим родителям. Мы тебя берем». И все решилось. Ну, а я, собственно, когда пришла в коллектив, ну, на проверку, вот, и Мира Михайловна говорит: сейчас мы тебе дадим самого лучшего мальчика. И в рупор там объявляет: Артем Михайлов, срочно спустись вниз. А до проверки мне все говорили: ты смотри, там все мальчики расписаны, ни на кого не надо. И я думаю: господи, я еще такой стеснительный человек, думаю, сейчас у меня все трясет, все это, волнуюсь. И когда вошел Артем, я поняла: ну все, вот моя судьба. Вот мы с ним показали. И вот, собственно, с 2016 года мы женаты. А сейчас я мама в декрете. И у нас растет прекрасная Василиса. Ей 8 месяцев. Вы должны обязательно Василису отдать в танцы. Обязательно. Она чтобы пойдет. Она обязательно танцевала. Пойдет. Дорогие коллеги, прежде всего, коллеги, я вас поздравляю с вашим юбилеем. Мы подошли к финалу нашей программы. И давайте посмотрим еще один замечательный танец, поставленный Мирой Михайловной. «Калинка». Ансамблю «Березка» 75 лет. Я уверен, что сейчас
Вы все поздравляете вместе со мной легендарный коллектив. И уверен, что сегодняшний вечер вы не забудете никогда.